Губернские парламентарии приняли сегодня еще один законопроект, на этот раз во втором и окончательном чтении. Касается он нового порядка избрания глав городских округов Самарской области. Напомню, в 7 городах до этого уже был принят порядок назначения управленцев. Сегодня же решено главу городского округа и главу администрации, он же сити-менеджер, назначать будут и в оставшихся 3 городских муниципалитетах – в Тольятти, Похвистнево и Новокуйбышевске. В настоящее время органы местного самоуправления всех 10 городских округов без исключения поддерживают переход на новую модель. Появляется человек, который не является политиком, который не занимается политикой, а полностью отвечает и занимается именно вопросами развития муниципального образования, хозяйственными функциями и полномочиями.